Это доктор Елена Розенталь из исследовательской группы, ведущей раскопки на островах. Мы... Нас захватили корейцы. Они собрали всех гражданских. Мы кое-что нашли. Это открытие может изменить будущее планеты. Корейцы сами не знают, чем имеют дело. Ларис! Руки за голову! Говорит командир. Высота 8000, курс 90. На радаре помехи, возможно, гроза. Никак нет, командир. Грозовых фронтов в вашем районе нет. Все чисто. Отбой. Вас понял. Значит, радар брахлит. 3 минуты до высадки. Эй, Номад! Ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судна экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа «Хищник», подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски. После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4... 3, 2, 1. Пошел, пошел, пошел! До встречи на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Видели? Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют! Чертов парашют! И запасного нет. Держись, парень, ты над водой. Костюм должен погасить удар. Достаточно энергии. Номад, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Псих здесь, уже на марше. Жоп на земле, иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран заданий.
разрушитель. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Стэк. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Номад, давай сюда! Пошли за Ацтеком. Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то... Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Пророк, помоги! Номад, шут, клеву! Живо! Ну, ну! Черт! Что это? Боже! Что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Черт! Сукин ты сын! Шут, ответь! Что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но, сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну.
Адью, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Что за чертовщина? Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Маскировка активирована. Достаточно энергии. Что? Что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Черт, они вызвали подкрепление. К тебе идут войска противника. Противник! Устройте им! Выдвигайтесь!
Система заработала. Иди на место высадки. Захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Следствие идет из долины в 3 километрах на восток. Мы с психом идем туда. Следуй в ту же точку, но будь осторожен. Противник хорошо копался. Понял, пророк. В моем районе большое скопление противников. Не светись. Если ты попадешься, они вызовут подкрепление.
Убейте Кша! Достаточно энергии. К тебе идет новый отряд корейцев. Номад, поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. Противник! Убить его!
приближаешься к штабу, советую включить маскировку и пробраться туда незамеченным. Маскировка активирована. Достаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Пророк, я в связном фургоне. Проверь терминалы. Попробуй войти в их тактическую сеть. Понял. Вошел. Копирую. Данные у меня. Иду к месту встречи. Отлично, Дом. Судя по этим данным, они эвакуировали все гражданское население за считанные дни. Что же они скрывают, черт возьми? Кроме того, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кон. Думали, будет легко? Не тут-то было. Кон — серьезный противник. А еще с ним элитное подразделение корейского спецназа. Приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью гранат. Достаточно энергии. Быстрее иди сюда. Ты должен это видеть. Что там у тебя, пророк? Сам увидишь. Рассказывать бесполезно, все равно не поверишь. Понял, иду. Максимум силы. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь?
Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Вот черт, ты это видел? Держите курс! Надо найти Шута! Идем на восток! Вперед! Вперед! За ним! Живо! Живо! Вперед! Надо искать Шута! Идем! Вперед! Вперед! Мертв. Сукин сын. Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало, как мух. Если бы я только знал, честное слово. Отойди, я его уничтожу. Прощай, друг. Максимум силы. Глядим в оба. Впереди штаб корейцев. Прикрой меня, Номад. Псих, прикрой нас. Понял. Номад, иди со мной. Черт возьми. Вокруг одни трупы. Похоже, все чисто. Иди к фургону. Сейчас попробую влезть на канал корейцев. Дома, вы с психом охраняйте периметр. Сообщите, что за птичка и где она? Прием. Птичка, Афганин, Солриш, прием. Ранена, возле пяти. Вас понял? 11.84. Так, похоже, они взяли заложника из гражданских. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей Розенталя. Номад, иди в разведку. Рассмотри деревню и знай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет – салон. Ясно? Ясно. Всех тебя прикроют, когда закончим. Максимум брони. Остаюсь на связи. Номад, я займу высоту. Сообщи, когда войдешь в деревню.
Максимум скорости. Недостаточно энергии. Это псих! Вхожу в деревню! Буду тебя прикрывать! Максимум брони. Прикрывать!
Я в деревне. Жду информации о цели. Номад, в здании управления рядом со школой расположился корейский штаб. Надо найти заложника. Осмотри здание и узнай...